Меня зовут Владимир Герасичев. На всякий случай, если мы с вами не знакомы, но, видимо, знакомы, потому что иначе вы бы сюда просто не пришли. Тут недавно мне прислали по почте запись, где несколько тренеров личностного роста, наших российских, говорят, размышляют на тему, ходить или не ходить на тренинги личностного роста. Посмотрев этот ролик, я сделал вывод однозначный. Нет, ни за какие коврижки, ни под каким предлогом, ни за какие деньги. Да, потому что то, что, во что это превратилось, технология, которая была взята когда-то много лет назад в Америке, и потом так или иначе трансформировалась, мутировала и в итоге превратилась в то, что она превратилась сейчас в России. Ну, мне кажется, это небезопасно, хотя бы потому, что у нас достаточно много людей, которые находятся в пограничном состоянии, и когда они проходят через ряд процессов весьма эмоциональных, то, что выходит на, получается на выходе, может быть, как минимум небезопасно. Но к чему мы пришли вот какое-то время спустя? Свой первый тренинг я прошел в 90-м году. Это был тренинг, который проходил в Академии народного хозяйства, тогда еще СССР. На нем были крупные партийные деятели, на нем были крупные руководители там, заводов, предприятий, на нем были депутаты Верховного Совета СССР. В общем, такой был нарядный тренинг. Как я тогда попал, сложно уже сказать, но его проводил Эрхард, это такой великий. Я могу сказать, что я Ленина видел по-своему, да, то есть я видел его, и он этот тренинг проводил. Я, конечно, ни черта не помню, что было на этом тренинге, но какое-то впечатление на меня это, естественно, произвело. И с тех пор я проходил огромное количество тренингов и здесь, и за границей, и так далее. Вообще, что такое тренинг как таковой? Это что-то, где ты получаешь опыт в ощущениях, где ты получаешь какие-то навыки, то есть это не просто лекция, как мы сейчас с вами разговариваем, а где ты получаешь какой-то опыт. И раньше было такое убеждение, что для того, чтобы человек получил опыт, ему нужно пройти через ряд каких-то процессов и упражнений. Вот я с этим не согласен сейчас, ну, уже 20 лет спустя, уже 21 год, собственно, спустя, потому что в беседе, так как вы это видели и в кино в нашем и так далее, в беседе человек все равно получает целый ряд ощущений и переживаний, и это можно сделать в форме разговора. Поэтому то, что мы предлагаем сейчас, и то, что мы ведем сейчас, это некий разговор, честный разговор о каких-то вещах, о которых люди обычно не говорят. Для чего, в принципе, нужен тренер? Да? Люди, каждый из нас находится в каком-то пункте А, там у вас есть зарплата, есть какие-то отношения, надеюсь, есть квартира, машина, что-нибудь еще. И если вы хотите попасть в пункт Б, создать что-то новое в своей жизни, то для этого люди нанимают тренера, да, как спортсмены, которые хотят повысить свою результативность. Обычно на тренингах говорят о том, как надо попасть сюда. Вот там будь ответственным, будь таким, будь еще что-то. Рассказывают различные технологии. Мы пошли от обратного, и мы говорим о том, почему вы туда, в этот пункт Б, не попадаете. То есть мы говорим не о том, как надо, а скорее говорим о том, как оно есть сейчас. Где вы находитесь, в каких разговорах, в каких стереотипах и так далее. Можно ли от этого груза стереотипов избавиться? На наш взгляд, нет, но их можно как минимум осознать. Да? И если вы их осознаете, эти стереотипы, более того, если вы позволяете тем ощущениям, тем переживаниям, от которых вы убегали всю свою жизнь, в этом моменте появиться, то есть вы, скажем так, останавливаете тот бег, в котором вы находитесь, и это то, что вы видели, собственно, в кино в очень сжатых формах, то тогда у вас появляется возможность создать что-то новое в своей жизни, и несмотря на эти стереотипы, как бы не сопротивляясь, не борясь с ними, не пытаясь от них избавиться, потому что пытаясь избавиться от чего-то, вы этому сопротивляетесь. Мы же говорим с точностью да наоборот, мы предлагаем вам позволить быть тому, что есть, в таком виде, в котором оно есть. И когда вы позволяете этому быть, оно либо растворяется, либо, по крайней мере, не мешает вам дальше двигаться вперед. И вот это основа, собственно, нашей технологии или основа нашей философии. И тогда задаете себе вопрос, куда, собственно, я иду, куда я двигаюсь, и делаете выбор. И еще один очень важный кусок, о котором мы говорили чуть раньше, это выбор, который делает человек сам. У нас есть такой стереотип, мы перекладываем ответственность, как правило, на других людей. Я вам расскажу сейчас логику, понятно, что это просто будет как какая-то концептуальная такая теоретическая часть. Если потом вы захотите более подробно об этом поговорить, я скажу, все наше обучение или вся наша программа состоит из трех шагов или три этапа. Знаете, меня часто спрашивают после этого вот показы, что, два вопроса. Что было написано на досках, потому что там что-то красивое было нарисовано, да, что было нарисовано, непонятно. И вообще, какая логика вот во всем этом? Ну, поговорили они, да, и что вот об этом. Значит, первое – это осознание. То есть, ну, можно сказать, что осознание стереотипов, я бы сказал, что осознание своих привычек.
каждый из нас живет в своих привычках. Все, что вы имеете, я имею в виду вы как люди, вы имеете благодаря своим привычкам. Ну, привычка номер один, или главное, что мы делаем, мы стремимся доказать свою правоту в чем-то. Вообще каждый человек, он очень, скажем так, мы боимся, люди боятся. Да. Для чего мы боимся? Для того, чтобы выжить. Одна единственная функция нашего мозга, и тут я недавно разговаривал со специалистом по этому поводу, он со мной спорил, я с ним не стал, а он говорит, что их там несколько, но в целом это сводится к тому, чтобы выжить в небезопасной среде на планете Земля. И каким образом мы выживаем? Мы приняли какие-то решения, мы что-то поняли, как нам показалось, вот так правильно, и теперь мы настаиваем на своем, мы отстаиваем свою правоту. Поэтому привычка номер один для каждого из нас – это быть правым. Вы приходите в кабинет начальника, что делает начальник? Он прав. Для того, чтобы, извините за слово, наверняке быть правым, ему нужно нагнать немного страха и доминирования, да, для того, чтобы вы даже не успели рыпнуться и что-либо сказать. Вот, и тогда он прав наверняка. И все, он сверху. Он победил по-любому, сразу, выиграл. Все. Ну, наверное, в этом есть что-то такое хорошее и гениальное и правильное. И, может быть, даже начальник прав. Но в такой обстановке, в такой ситуации довольно-таки сложно работать, да, когда на тебя постоянно давят, когда вот этот страх и так далее. Поэтому вот с этой привычкой доказывать свою правоту, каким образом вы доказываете свою правоту? Здесь есть обратная сторона медали. Для того, чтобы ты был прав, кто-то должен быть неправ. Поэтому любая ссора в семье, любой конфликт на работе, что вы делаете? Один прав, другой неправ. Вы постоянно доказываете это друг другу. Можем ли мы с этим что-то сделать? Можем ли мы скинуть груз этого стереотипа? Нет. Потому что как только вы скинете груз этого стереотипа, вам будет небезопасно ходить на планете Земля. То есть вы завтра утром пришли в метро, спустились вниз или там сели в машину и подумали, ну, дай-ка я попробую быть неправым. Что-то я решил скинуть этот стереотип, нафиг, не работает он в моей жизни. Сразу авария или поезд в метро тебя сбивает, все. Поэтому не надо отказываться от этого стереотипа точно. Но что вы можете сделать? Вы можете заметить этот стереотип, вы можете его как минимум осознать, и вы можете понять, что сейчас мною рулит, да, либо желание быть правым, либо, соответственно, что-то другое. Все, что вы имеете благодаря привычкам, но все, что вы не имеете, в частности, например, радость, о которой вы говорили чуть раньше, вы также не имеете, или ваш знакомый, о котором вы говорили, вы также не имеете благодаря своим привычкам. Поэтому, если вы их измените, эти привычки, то получается, что вы лишитесь того, что у вас сейчас в жизни есть. И, может быть, вы не хотели бы этого лишиться. Но добавляя что-то к своим привычкам, или проявляясь каким-то образом по-другому, за рамками этих привычек, вы можете получить намного больше, чем оставаясь в этих, соответственно, рамках. Поэтому первое, что мы предлагаем осознать, это осознать свои привычки. Если совсем коротко перечислить три основные привычки, то это желание быть правым и доказывать, что кто-то не прав, высказывая свои мнения и оценки. Вторая привычка, она вообще повсюду, она на каждом шагу нас подстерегает, это желание хорошо выглядеть и, ну, как бы не упасть в глазах других, да, избегать обвинения кого-то. Поэтому, когда вы заходите в кабинет к начальнику, что вы хотите? Вы же тоже хотите быть крутым. Ну, вы, конечно, не можете быть таким крутым, как он, да, потому что он только один такой крутой, это понятно. Но хотя бы каким-то крутым вы тоже должны быть, да, поэтому вы хоть как-то там пытаетесь что-то там сказать и так далее. Вот, то есть желание хорошо выглядеть, желание быть в кавычках крутым, и слово крутым у каждого в своем каком-то понимании, оно свое. Например, масаи в Африке, они крутые, когда у них много колец в носу, да. И третья привычка – это желание контролировать все, и здесь есть много разных способов. На самом деле, если копнуть поглубже, мы ничего контролировать не можем и никогда не могли. Самый простой пример – это с нашими детьми. Мы думаем, что мы их контролируем. На самом деле, они просто делают свой выбор. Мы им говорим, приходи домой во столько-то, убирай свою комнату, делай уроки. До какого-то момента они это делают. Потом они перестают это делать. Но согласитесь, родителям очень сложно признаться, что они что-то не контролируют. Начальнику очень сложно признаться, что он что-то не контролирует. Поэтому что делают родители и что делают начальники? Они создают иллюзию контроля. И вот это третья привычка, в которой мы находимся, мы создаем иллюзию контроля везде, во всем. На самом деле мы, еще раз повторю, ни черта не контролируем,
но делаем вид, по крайней мере, что мы контролируем. Потому что каждый человек делает свой выбор в тот момент, когда он его делает. Вы, например, пришли сюда, и никто не мог вас заставить сюда прийти точно, точно так же, как и меня. Но мы каждый сделали выбор сюда прийти, исходя из своих каких-то соображений. Итак, три привычки, которые касаются каждого из нас, это привычки быть правым, я повторю еще раз. Привычка отстаивать свои мнения и делать кого-то неправым. Вторая привычка – это выглядеть правильно и круто. И мы дико боимся совершенно выглядеть не круто. И третья привычка – это желание контролировать или создавать иллюзию контроля. Мы сейчас снимаем еще один фильм. У нас большой проект, такой международный. И я в рамках этого проекта, мне посчастливилось ездить по разным странам. Буквально на прошлой неделе я был в Европе и брал интервью у очень интересных людей. Один парень, например, был австралиец, который родился без рук и без ног. Его зовут Ник Вуйчич. Он сейчас живет в Лос-Анджелесе, путешествует сейчас по Европе, проводит семинары. На его семинаре, в отличие от моего сейчас, здесь человек 100, наверное, у него было 3000 человек, целый стадион. И он вдохновляет людей, рассказывает там о своих каких-то принципах и так далее. Шаг номер два, сейчас мы говорим об осознании, мы подойдем чуть позже к шагу номер два. Шаг номер два – это принятие. Он принял себя таким, какой он есть. Он говорит, а что толку мне ходить и стонать и жаловаться, хотеть иметь руки и ноги? Ну вот просто представьте себе, это про каждого из нас. Мы все чего-то хотим. Но что толку просто сидеть и хотеть? Вот примерно то же самое, что он хочет, чтобы у него были руки и ноги. Ну хочет ли он это? Ну, наверное, хочет. Меняет ли это что-то? Точно ничего не меняет. Поэтому, когда нам говорят, что если вы чего-то не имеете, значит, вы этого очень слабо хотите, в случае с этим парнем это очень живой пример, что очевидно, что это не работает. Да? Поэтому он принимает ситуацию такой, какая она есть. И еще один парень, с которым мы встречались, ну, взрослый дядька, ему там 45-47 лет, эстонец, который, в принципе, богатый парень, предприниматель, у него свой бизнес, у него дом в Америке, который организовал 2 года назад акцию в масштабе всей страны. Вышли люди на улицу, может быть, вы об этой акции слышали, сейчас она, по-моему, и в России, пытается кто-то ее организовать, повторить, правда, не очень получается, не так, как это было в Эстонии. Он организовал акцию, люди вышли на улицу и убрали огромное количество мусора, которое валялось по всей стране, огромное количество мусора. Они обнаружили 10 тысяч свалок несанкционированных, 50 тысяч человек вышли на улицы, каждый 27-й житель Эстонии вышел и, соответственно, что-то сделал. И они перетащили этот мусор, перевезли грузовиками, там 40 компаний, которые предоставили свою технику. Один человек сделал это. Вот, казалось бы, что ему больше всех надо? Он говорит, я просто дошел, ну, как бы своим умом, говорит, я понял, что люди боятся. Люди боятся сделать что-то глупое. Люди боятся, что если они что-то сделают... Они боятся облажаться, они боятся, что у них не получится, они боятся, что они будут плохо выглядеть. И вот все те три привычки, о которых я говорил чуть раньше, они имеют место быть. Они доказывают, что они правы по какому-то поводу, они боятся плохо выглядеть, и они хотят контролировать ситуацию. Теперь для того, чтобы все это сделать, лучше, конечно, ничего не делать. Мало кто предпринимает какие-то конкретные действия, какие-то конкретные шаги для того, чтобы что-то изменить. И те редкие люди, которые предпринимают, как правило, сталкиваются вот с риском выйти за рамки тех привычек, о которых я, собственно, сейчас говорю. Оста понесло, я отошел от привычек. Значит, привычки – это первое, что мы предлагаем осознать. Второе, что мы предлагаем осознать, это... еще есть привычки, помимо тех трех, которые я сказал, такие основные, которые касаются каждого из нас. У нас есть набор наших индивидуальных привычек, мы их называем... На тренинге «Формула выживания». Что такое «Формула выживания»? Это набор решений, которые принял лично ты. Мы считаем, что было как минимум 3 этапа ключевых в твоей жизни. Один где-то совсем в детском возрасте, плюс-минус в районе 5 лет, чуть раньше или чуть позже. Еще один где-то в подростковом возрасте. Еще один, когда ты уже начал самостоятельную жизнь. В нашем случае, как правило, в России это в районе 18 лет. У японцев, говорят, это происходит в 30 35, 36, 40, потому что они до этого возраста, до середины там, своего четвертого десятка, 35 лет, они живут в семьях, то есть с родителями, и расстаются очень поздно. Но вот на этих трех этапах мы принимаем какие-то решения. От того, какие ты лично принял решения, что это за формула, что это за схема, в которой ты живешь, от этого зависит то, что снова и снова повторяется в твоей жизни, как какой-то общий для тебя сценарий, твой индивидуальный сценарий.
в этом же пункте номер один, Б, что мы еще осознаем. Это осознание приоритетов. Это первый вопрос, который мне был задан. Как я расставляю свои приоритеты? Опять-таки, очень коротко, в рамках такого короткого мастер-класса, я просто скажу, ну, главный тезис, да, про приоритеты. Как понять, что для тебя важно? Единственным индикатором твоих приоритетов являются твои действия. Если хочешь знать, что для тебя важно, посмотри на свои действия, посмотри на свои результаты. Все, другого индикатора нет. И очень многие люди путают концепции и теории, когда у них спрашивают, что для тебя важно. Он говорит, ну, для меня важно вот быть успешным, там, быть радостным, быть счастливым. А что реально сейчас в твоей жизни? Ну, я в заднице. Окей, значит, для тебя важно быть в заднице. Точка. И до тех пор, пока он не примет, что для него это важно, и это определенная игра, в которую он играет, и он получает от этой игры определенные выгоды, никто никуда не сдвинется. Люди, которые действительно хотят получить радости, которые хотят быть счастливыми, они получают радость, и они счастливы. Люди, которые хотят избежать этого, ходят на семинары и слушают о том, как быть счастливым. Но примерно так, да, то есть логика, если говорить откровенно, то нам нужно понять, почему мы находимся в том пункте А, в котором мы находимся. Я утверждаю, потому что нам здесь удобно и нам здесь комфортно. Если мы это принимаем и осознаем, почему комфортно и почему удобно, то, соответственно, двигаемся дальше. То есть расстановка приоритетов основывалась на твоих действиях. Люди начинают действовать, когда их перестает что-то устраивать. Люди начинают действовать, скажу так, когда их перестает устраивать существующее положение дел или существующий статус-кво. Когда тебя устраивает вот то положение дел, то статус-кво, то равновесие, которое есть в твоей жизни, ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, ты можешь рассуждать, ты можешь стонать, ты можешь жаловаться по поводу того, что ты чего-то хочешь. Но если ничего нового ты не предпринимаешь, значит, это говорит о твоих приоритетах, тебя это устраивает. Еще есть одна привычка у людей, мы плавно подходим к букве В, АБВ. Люди, как правило, сваливают все на какие-то внешние обстоятельства. Например, тот парень, про которого я говорил, который без рук, без ног, он говорит, я до 7 лет вообще жил просто как в раю. Ну да, мне, конечно, были какие-то дискомфорт какой-то был, все было. Но в 8 лет он пошел, или в 7 лет он пошел в школу. Тут он столкнулся, представляете, да, ни рук, ни ног, с реальным миром. Естественно, он был там в депрессии, он был в шоке, он понимал, что он не такой, как все, он не хотел жить, все было ужасно. Он говорит, я обвинял всех, я обвинял семью, я обвинял весь мир, я обвинял Бога, я обвинял всех, кого я мог только обвинить, в том, что со мной это произошло, и был в депрессии, был полной жертвой, все было плохо. Единственное, говорит, что остановило меня от самоубийства, это то, что было жалко родителей и сестру, и из-за них он остался жив. Когда он это принял, когда он осознал свою ответственность, он понял, что, ну да, это произошло то, что произошло. Это я к тому, что у нас жалуются на правительство, на Собянина, на кого угодно, на уродов сотрудников, на урода начальника, на всех жалуются. Мы говорим о том, что ты можешь осознать В, свою ответственность за то, что происходит в твоей жизни. Что такое ответственность? Не в привычном понимании слова ответственность. В привычном понимании это когда там, материальная ответственность, уголовная ответственность, административная ответственность, еще какая-то. В нашем понимании слова ответственность в обычном это я виноват или я наоборот не виноват. Да, в данном случае ответственность это когда я единственный, кто является источником того, что это происходит или нет. То есть определение ответственности это я единственный источник или я единственный автор. Сами по себе события, которые происходят вокруг нас, господа, они абсолютно нейтральны. Любое абсолютно событие само по себе абсолютно нейтрально. В тот момент, когда это событие происходит, скажем, вы сейчас сидите здесь, вы приклеиваете каждый свою интерпретацию этого события. На этом, собственно, основан весь наш разговор. Проблема в том, что когда люди, ну, мы же все умные, мы все знаем, мы все смотрели фильм «Матрицу», мы все там читали кучу книг и так далее, мы понимаем, что, не, ну, Володь, ну, что вы нам рассказываете? Мы же понимаем, что это моя интерпретация, да, там, вот, за соседним столиком сидит человек, у него своя интерпретация, все понятно. Вот в чем проблема. Проблема в том, что каждый из нас не отделяет свою интерпретацию от события. И ты думаешь, что то, как ты смотришь на вещи, это то, как оно и есть. Объясню, почему ты, я уверенно утверждаю, что ты смотришь на вещи именно так, что то, как ты на них смотришь, то, как ты их воспринимаешь, это то, как оно и есть. Потому что ты действуешь, исходя из своих собственных интерпретаций.
Не глупо было бы, да, если бы ты бы так, моя интерпретация такая, дай-ка я буду действовать, исходя из какой-то другой интерпретации, да, дай-ка я буду неправ, ну, нелепо совершенно. Поэтому, если ты позволишь себе хотя бы предположить, да, или осознать, что то, как ты смотришь на вещи, это не то, как оно и есть, а то, как оно и нет, потому что то, как оно и есть, оно абсолютно никак, то тогда появляется пространство для других интерпретаций. И когда ты примеряешь другие интерпретации, они тебе дают доступ к другим возможностям, к другому восприятию и, соответственно, к другому отношению к тому, что происходит. Та же башня, в которой мы сейчас сидим, была признана лучшим зданием в мире в 2009 году. Но есть много людей, которые считают это самой неудачной постройкой в Москве. Очень много людей, которые так считают. Москва теперь выглядит как Нью-Йорк и крупнейшие европейские столицы. Но есть люди, которые считают, соответственно, иначе. И вот что ты с этим будешь делать? Прежде всего, я предлагаю это признать и позволить этому быть, потому что страшного в этом ничего нет. Но что я предлагаю сделать, вернувшись вот сюда? Начать осознавать то, как именно ты смотришь на вещи. И ты смотришь на них именно так, как ты смотришь, потому что тебе это выгодно. Здесь нужно начать понять, какие выгоды ты, соответственно, от этого получаешь. Второй пункт – это принятие. Что такое принятие? Это противоположность слову «сопротивление». Сопротивляемся мы, когда мы что-то ожидаем, а происходит по-другому. Это вызывает у нас сопротивление, у нас в голове. Ожидание не совпадает с реальностью. В этот момент мы начинаем сопротивляться. И когда мы сопротивляемся, мы только усугубляем то, чему мы сопротивляемся. Это пример замечательный с тем парнем, о котором я говорил, Ник. Он это принял, он позволил этому быть. Принятие – это не значит опустить руки и плыть по течению. Принятие – это что-то, что позволяет себе на этом фундаменте построить что-то новое. Вот это принятие. Не на сопротивлении у себя в голове и в жизни тому, что что-то не так. А на принятие это ровно таким, какой есть здесь и сейчас. Тогда возникает вопрос, а что дальше? Третий пункт – это создание. Фильм «Секрет» кто-нибудь смотрел? Да, кто смотрел? Поднимите, пожалуйста, руку вверх. Здорово. Кому понравилось? Окей. Кому не понравилось? Окей. Первый раз вижу так много рук. У тебя вопрос? Повторяется периодическая ситуация, когда там за 2-3 недели отговорилась с людьми быть в одном месте, через за 3 дня, то получается, что мне нужно быть совершенно в другом, и потом получается, что надо в 3-4 быть, и завтра это с Украины могут глянет опять. То есть я в ближайшие 2 года закрепала, а за год у меня будет опять заново. То есть надо будет завтра с утра разбираться с 3 местами с тобой. Меня это очень сильно напрягает, я это в комнату. Ну, я понимаю, что я в этой ситуации сама себя ставлю, это я понимаю. То есть, первый пункт проходит. А дальше я не понимаю вообще совершенно, что другой человек может за меня решить, где мне находиться. Понимаешь? Ну, я хорошо, решу. Выходи, давай поговорим. У тебя ты планировал приехать на тренинг. Здорово. И вдруг тебе кто-то звонит и говорит, мы едем в Вену. А в чем проблема, я не могу понять. Проблема в том, что там 3 дня я могу быть на тренинге, а 4 мне нужно уехать. Причем я прекрасно понимаю. Почему нужно-то уехать, я только не могу понять. Да потому что те люди, которые там сидят, я только что дошла, я им плачу деньги. Чтобы они остались еще на день, мне нужно проплатить им другие билеты. Вот меня дошло. А в чем проблема-то? Ну хорошо, значит, ты будешь на тренинге 3 дня и все, и какие проблемы? Будешь на тренинге 3 дня? Понимаешь, что у меня это просто в жизни ближайшие 2 года не повторялся. До этого это была просто череда таких событий, из которых состояла моя жизнь. То есть практически вот я в этом контексте находилась. Я правильно понимаю, что тебе все равно по какому поводу делать драму? Я так понимаю, что речь идет о том, как ты проживешь ближайшие несколько дней в своей жизни. 4 дня идет тренинг или 3 дня в твоем случае, и потом ты, возможно, поедешь в Австрию. Правильно я понимаю? Зачем ты планируешь пойти на тренинг? Коротко. Прям по пункту? Ну, коротко, да. Коротко. Ты на тренинг. В общем. С этим разобраться. То есть ты приезжаешь на тренинг, с чем-то разобраться? Для того, чтобы в конце еще больше убедиться в каком-то геморрое и в трагедии, или наоборот, чтобы получить от этого какую-то радость, или как бы с какой целью ты туда придешь? Отлично. Ты идешь на тренинг, чтобы научиться договариваться. Это хорошая новость или плохая? Понятия не имею.
Договаривалась, не договаривалась. А, хорошо, не договариваться, это хорошая новость или плохая? Это тоже совсем нехорошо. Нехорошо, здорово. Значит, ты идешь туда для того, чтобы что-то хорошее произошло в твоей жизни, и ты начала договариваться с людьми. Правильно я понимаю? Прекрасно. Теперь, это трагедия или это что-то такое хорошее? Я правда не могу понять. Я иду на тренинг для того, чтобы договариваться с другими людьми. Тебе пистолет дать? Я уже пострелялась. Стрелялась уже, да? Хорошо. Ну, как, ну, не драма точно, да? И... Слушай, я здесь вижу сейчас полный идиот. То есть я так понимаю, проблемы нет, но я при этом пробую тебя убедить в том, что проблема есть. В этом еще раз, я перемотаю чуть-чуть назад. Проблемы нет в принципе до тех пор, пока ты эту проблему не создаешь. Например, что? Что есть проблема? Хорошо, давай так. Я бы поехала в Вену, но деньги есть на Вену, времени нет, но тренинг, правильно я понимаю? И еще в двух местах тоже жду. Скид я просто не поставила в известность, и меня потеряли. Я бы работал нормально, но начальник козел. Хочу девушку, но не дает. Я говорю, и меня не слышат. Тоже неплохая проблема. Окей. Теперь, в какой момент проблема начинает быть проблемой? Ну, все знают правильный ответ, да? Когда ты делаешь из нее проблему, собственно, да? Мы связываем две вещи, которые, в принципе, они никак не связаны. Смотри, тренинг – это тренинг, а поездка в Вену – это поездка в Вену. Начальник – это начальник, а моя радость на работе – это моя радость на работе. Девушка – это девушка, а секс – это девушка, и это секс – это девушка. Это две вещи, не всегда связанные. Теперь вопрос в том, как мы в своем восприятии и в своем отношении, вернее так, в своем восприятии, это интерпретируем, и б, как мы к этому, соответственно, относимся. К девушке, к начальнику, к Вене и так далее. Если мы заменим вот это «но», потому что это «но» разделяет то, что мы до этого соединили у себя в голове. Я повторю это еще раз. Вот это «но» разделяет то, что мы до этого у себя в голове соединили. В чем проблема? В том, что я бы поехала в Вену, но будет тренинг. Я бы переспал с девушкой, но она против. Я, извини, немножко перефразировал твою проблему. Господа, давайте посмотрим на это так. Что если мы заменим вот этот разделительный союз «но» на соединительный союз «и». И посмотрим на это так. Ал, давай начнем с твоей проблемы. Я бы поехала в Вену, и будет тренинг. Есть проблемы? Почему абстрактно? Куда конкретнее? Тренинг завтра, Вена через 3 дня. В Вену хочешь? Да? Да. Вообще надо ехать в Вену? Надо. Хорошо. Когда? 17-18. Здорово. 17-18 в Вену. В чем проблема? Можешь ли ты пойти на один день тренинга? Можешь. Будут ли определенные последствия? Скажем, тебя догонит тренер, накажет, там, меч возмездия, кара судьбы какая-то, я не знаю, что-то еще с тобой произойдет. Нет, не будет. Хорошо, это уже, значит, делает тренинг как минимум безопасно. А в чем тогда проблема? Мне это разонравилось. Хорошо, но если тебе это разонравилось, то есть я правильно понимаю, что в этом тренинге вы подписываете какой-то... Ты на наш тренинг идешь? Я тебе могу сказать, как ведущий этого тренера, что будет завтра. Завтра в один из дней, в один момент какой-то, либо я, либо Иван, второй наш тренер, мы возьмем листочек с правилами и начнем читать правила. И будем заключать договоренность. Это будет связано исключительно с третьим пунктом. Каким образом мы что-то создаем новое? Первое – это выбор. Сейчас я скажу, какой. Второй пункт – выбор в создании. И третий пункт, угадайте с 3 раз – выбор. Первое – это обещать или не обещать. Потому что люди живут в обещании или дать слово. Например, один мой знакомый, его зовут Сергей Полонский, он однажды сказал: «Башня будет. Будет в такие-то сроки, тогда-то и да». И сдержал свое слово с одной башни. Со второй башни сказал: «Вторая башня будет».
полбашни, две трети построил, пока слово не сдержал, но активно работает над тем, чтобы сдержать это слово. Когда мы даем свое слово, это некий инструмент для создания какого-то экстраординарного будущего, то есть того, что не произошло бы само по себе. Сейчас мы вернемся к проблемам, все у нас будет логично закончено. Смотрите, если мы суммируем все, что я вам говорил до этого, мы всегда находимся в настоящем, N — это настоящее. У каждого есть какой-то P — прошлый опыт. Мы живем в рамках, которые связывают прошлое и настоящее, и плавно перетекаем в будущее. Если мы остаемся вот в этой логике, то тогда мы едем по рельсам, проложенных из прошлого, и попадаем в будущее, которое плюс-минус воспроизводит это прошлое. Мы примерно знаем, сколько у нас будет денег завтра, плюс-минус. Ну, плюс-минус. Мы примерно знаем, сколько у нас будет, сколько у нас друзей было, сколько плюс-минус будет. Какая машина плюс-минус у тебя будет завтра и так далее. Речь идет о том, что можно создать что-то новое, что-то выходящее за рамки. И в принципе проблемы я в этом особо и не вижу. Как один из инструментов или главный инструмент для создания вот этого экстраординарного будущего, мы используем обещание. Ты здесь обещаешь, что что-то произойдет. Ну, классический пример. Кеннеди когда-то сказал, мы полетим на Луну. До конца десятилетия мы приземлимся на Луне. Жозе Моуриньо, современный пример, сказал, я буду первым тренером, который выиграет Лигу чемпионов с тремя разными командами. Не факт, что он в этом году выиграет, Барселона слишком сильна, он тренирует Реал. Но возможность такая есть. И эту декларацию он сделал публично на весь мир об этом знает. Есть масса других примеров, когда мы что-то обещаем. Теперь люди относятся к своему слову, к сожалению, не всегда очень серьезно. Хотя люди другие вокруг тебя строят взаимоотношения с тобой, основываясь на том, как ты держишь или не держишь свое слово. Поэтому шаг номер два в создании. Первый шаг – это обещание или декларация, или слово. Второе – это я держу свое слово, держать слово. Поэтому то, о чем ты говоришь сейчас, Ал, это та часть тренинга, когда мы просим держать свое слово. И поэтому мы будем завтра принимать правила в этой связи. Но какую договоренность мы можем создать, зависит от кого? Это вопрос. Ой, не знаю. Ну, хорошо, давай так. У нас есть помощь зала, подсказка 50 на 50 и звонок другу. Я могу быть другом, могу быть помощью зала, могу быть всем. Это правильный ответ. Ну, давай, какие есть еще варианты? Зависит от меня, от тренера, зависит от тебя, от Аллы, зависит от этих ребят, которые сидят в этом зале, зависит от девушки, которая сидит, что-то показывает, жонглирует. Самое страшное, что это зависит от двоих. От каких двоих? Ну, а я от троих или от четверых. От кого? Ну, мы можем договориться, а можем не договориться. Конечно. И ты не узнаешь, договоримся мы или нет, пока мы не начнем, как минимум, договариваться, да? Договаривалась ли она о чем-то со мной? Нет, она вышла и сказала, Володя, трагедия. Как так все время получается, какой-то геморрой? Она уже пришла с геморроем. Да. Она въехала в настоящее. На рельсах прошлого она пришла с геморроем, она пришла с проблемой. Так, мне нужно заплатить завтра 40 тысяч. Мы рады, кстати, это хорошо. Она заплатит 40 за 3 дня, а не за 4. На обеде сэкономим. На чем-то еще мы там, может быть, сэкономим. И она пришла сюда, значит, уже с проблемой. Проблемы не было, но она эту проблему создала. Теперь она пришла. Так, Володя, что делать? Вместо того, чтобы прийти радостно и сказать, слушай, Володь, я умудрилась и на тренинге умудрюсь побывать 3 дня, еще и в Австрию съездить с друзьями, потусоваться. Все, что требуется от меня, это договориться с тобой о том, что я обману контролера, я куплю билет и не поеду всю поездку. Я сойду на одной остановке раньше. Теперь, послушай, раньше мне нифига не получалось так договориться. Я же тебе говорю, мы экспериментируем, а ты все живешь в прошлом опыте. Я же тебе сказал, мы экспериментируем. Я же все это говорил, что мы экспериментируем на живых людях. Я же говорил об этом. Договариваться будем? Нет, потому что тогда это лишит возможности тебя погеморроить и пострадать. Будем. Хорошо, давай договоримся. О чем? Выбираешь ли ты сходить на тренинг? Да. Отлично. Выбираешь ли ты присутствовать на нем не все 4 дня? Ну, конечно. Отлично. Выбираешь ли ты открыть для себя возможность остаться и на 4-й день? Ну да, я же ее придумал. Отлично, здорово. Выбираешь ли ты договориться о 3 днях
Железнякова, и четвертый день просто как опция, выбор за тобой. Так лучше, потому что... Будет вдвойне глупо, если ты пройдешь 3 дня, а потом скажешь, блин, черт возьми, эта поездка в Австрию лишает меня какой-то возможности, но я уже дала Геращенко слово, что я только 3 дня буду на тренинге. Нет, и дальше опять очередная проблема и очередная трагедия. А серьезно, веди себя, что ты... Ну, ради бога, какие проблемы? А, проблемы не было. Третий пункт в создании – это тот настрой, с которым ты будешь, собственно, все это делать. Настрой. Грубо говоря, можно пообещать и после этого страдать и мучиться, или пообещать и получать от этого удовольствие. Но вот это вот та схема, собственно, по которой мы предлагаем работать, и та схема, которая работает. Если совсем ее сократить вот коротко, вот все, что здесь написано, до 2 слов, то слово 2. Первое слово – это принятие, и второе слово – выбор. Принятие того, что есть таким, какое оно есть, вспомните безрукого парня. И второе – это выбор, что с этим делать. Вы не узнаете, что или ваш друг не узнает, что будет доставлять ему радость, если он не начнет эту радость, скажем так, искать или получать в каких-то местах. Потому что никто точно не придет и не даст ему эту радость. Он не может с этим определиться до тех пор, пока он не сделает какую-то декларацию, какое-то обещание, и потом начнет подкреплять это шагами. Что-то может доставить ему радость. Но пока он сидит и ждет извне Герасичев, Сидоров, Петров, Иванов, который придет и даст ему радость, или расскажет, где получить эту радость, он точно ее не получит. Но вот эта вот штука может его в итоге к этой радости привести. Спасибо вам большое за занимательный разговор. Отдельное спасибо Але за то, что был какой-то живой пример, реальный. Вот. Желаю вам решить свои проблемы. Послушайте, если страна, правительство, начальник или кто-то еще не может вам поставить цели, которые вас вдохновляют, начните сами их самостоятельно. Я к этому все говорил в начале, да, эта статья. Вы сами можете ставить эти цели, вы сами можете делать обещания, вы сами можете добиваться этих целей и жить радостно, наполненно, максимально используя свой потенциал. Об этом, собственно, и речь. Каждый может это. Ты можешь больше. Если вы опять все забудете, но вспомните, что ты можешь больше, это уже не зря. Все, еще раз спасибо вам огромное. Надеюсь, было интересно. Всего доброго. Спасибо.